12 ноября в 18:00 в Центре культуры и досуга города Пензы, улица Ленина, 11А, пройдет живой концерт Виктории и Антона Макарских. Яркое интерактивное музыкальное действо, выходящее за пределы привычного формата эстрадного концерта и не имеющие аналогов среди проектов российских исполнителей. Выступление артистов невероятно поднимает настроение и всегда проходит только вживую в сопровождении талантливых музыкантов. И не случайно концерт называется «Живым», так как именно зрители создают программу вечера и становятся полноценными участниками уникального концерта. Концерт пройдет под музыкальное сопровождение ансамбля «Фортепиано, гитара, флейта, ударные, бас-гитара». Билеты можно приобрести на сайте makarsky.ru.